На конкурс дети читают стихи. Илья Морозов, 9 лет, город Петрозаводск. Юрий Шмидт, май 45-го. Май 45-го, победа, усталость, тяжесть рук и ног. Ее так ждали наши деды. Прошел уже немалый срок. 4 года перестрелок, бомбежек, вражеских, яростных атак. Тупая боль сковала тело. Все, сдался вражеский рестах. Ценой миллионов жизней, сгоревших сел и городов, повергнута чума фашизма, ценой могил, ценой крестов. В руках держали папиросы, уже не в силах прикурить. Сидят солдаты и матросы, сумевшие тогда дожить.